Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн. Ежегодно здесь проходит лечение больше 13 тысяч пациентов. Они у нас особенные, говорят врачи, ведь у каждого военное прошлое. Средний возраст больных – 88 лет. В главном корпусе госпиталя в этом году планируют начать ремонт, докладывает главный врач губернатору. Деньги – 100 миллионов рублей – уже выделены. 10 лет назад госпиталь был одним из первых лечебных учреждений в регионе, где появился современный 4-срезовый компьютерный томограф. Свой ресурс техника уже выработала. И врачи, и пациенты с нетерпением ждут нового. В этом году выделено 23 миллиона рублей на замену этого компьютерного томографа. Мы можем приобрести 32-срезовый современный компьютерный томограф, который вот здесь вот в комплексе оборудования мы сразу будем делать. Раньше этого не было, но уже сейчас требуется более совершенно. Да. Все, буду надеяться. В этом году мы поставим. Показывает губернатору и недавнее пополнение медицинской базы госпиталя – новейший аппарат для флюорографии. В палаты к ветеранам Александр Ткачев заходит с цветами. Здесь в каждый коллектив сложившийся – боевой. Обороняли Краснодар, освобождали Кавказ, гнали фашистов по Европе. Госпиталь очень хороший. Начиная от санитарок и кончая заведующим этого отделения. То есть вот так доволен. Вот. Кормят хорошо. Почти через день в концерты или кино. То есть, ну ничего не скажешь, очень хорошо. Только бы до здоровья было бы. И подкрепили здоровье. Анатолий Варламович Елизаров в составе 2-го украинского дошел до Праги. Имеет медаль за отвагу, орден славы 3-й степени. На госпиталь жалоб нет. Да, дома есть проблемы. Смогут ли мне помочь отремонтировать или заменить водопровод 20 метров? Сгнил водопровод. Никогда никуда ни зачем не обращался за помощью. Все своими руками делал. Хорошо, мы сейчас адрес запишем вас и посмотрим. В соседней палате старший Анатолий Самойлович Теленга. 5 орденов и 18 медалей. Ветерану 94 года. Зашел посмотреть, как вы здесь лечитесь, какие замечания. Персонал отличный. Очень хорошо к нам относятся, как родные, видимо. Соседям по палате 88 лет. Смеются они еще мальчишки. Федор Чуян рассказал, что 9 мая 45-го встретил под Берлином. Всю жизнь жалеет, не успел расписаться на Рейхстаге. А вы где закончили войну? В Чехии, под Зволером, на реке Громе, там тяжело ранило. Вот там и закончилась моя война. Хорошо, ну видите, как у каждого из вас какой путь, да, сложный, и закончили везде. То в Берлине, да, то в Праге. У всех есть квартиры? Есть везде, где жить? Мне дали, это суды дали, 1 211 000. Так. Добавили 400, купили квартиру. А у вас есть жить? У меня? На Гидропрое. Да, есть. Спасибо, квартиру я получил. Ну что, желаю вам здоровья прежде всего. Главный подарок для вас – это здоровье, правильно? Да. Для меня важно, что здесь вам нравится, врачи хорошие, кормят хорошо, лекарства есть, так? Да. Настроение у вас бодрое, смотрю. Тогда что, с праздником? Сколько заветных платочков Концерт настоящего симфонического оркестра в госпитале, конечно, бывает нечасто. Это подарок для ветеранов. В зале губернатора ждали. На вопрос Александра Ткачева, довольны ли условием и лечением, прозвучало уверенное боевое «да». Среди ветеранских учреждений медицинских наш госпиталь занял по всей России, занял 2-е место. То есть это хороший показатель. Потому что именно здесь как раз оценивалась и материальная медицинская база, и, конечно, качество лечения, количество выздоровлений в том числе. Мы в этом году еще будем подкупать оборудование обязательно. Будем стараться каждый год создавать условия достойные для того, чтобы действительно чувствовали себя комфортно. И условия и в палатах, и, как я уже говорил, и оборудование было на уровне. Ну и, конечно, для чего все это делается? Для того, чтобы быстрее становились здоровыми. Александр Ткачев интересуется, из каких районов края ветераны в госпитале. Хабинск, Белореченск, Крымск, Гулькевич и Кропоткин выкрикивают из зала. Даже с Урала. А как вы попали сюда, с Урала? Как вам, если можно, как вам, есть отличие Урала от Кубани? Отличие какое? Мне здесь более нравится, чем даже у себя дома на Урале. По климату, чудесный климат, очень добрые люди, отзывчивые. Мне это очень нравится. И внимание для нас большое, медицинским работникам спасибо. А, пройтись, да, не слышно, да?
Да, хорошо. Я ж не артист. Хорошо. Я могу, в принципе, что-то испеть. Я, да, да. Сейчас вместе скажу. Только вы меня подпоете, да? Хорошо. Как дела? Хорошо. Ну так у вас глаза блестят, смотрю так. Настроение хорошее. Петь губернатор не стал, но попросил оркестр и солистов исполнить песню, без которой представить праздник 9 мая сегодня нельзя. Это день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Яна Москаленко, Антон Калинченко, Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.